Мы многонациональный народ Российской Федерации. Вы знаете, и лучшим подтверждением тому является то, как воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции. Плечо плечом. Помогают, поддерживают друг друга. А если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было. Так получилось, что начало операции совпало, совершенно случайно совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военно-.